смотрим перед этой игрой с оптимизмом. Надеемся, что поправятся наши больные игроки, Черлука, в частности. Ну и игра покажет нашу готовность только 23-го. Этот период, который был сейчас, мы хорошо тренировались, хорошо готовились, хороший энтузиазм у игроков был. И мы ищем пути, чтобы более качественно играть. Как мы можем быть удовлетворены, если голов мы не забиваем? Все, что до штрафной, достаточно неплохо, и по многим показателям хорошие ситуации есть, но внутри штрафной мы плохо играем, пока. Меня устраивают все игроки, которые здесь есть, но и Шкулетич, и Хенти играли перед этим. Игры были, которые мы тоже особенной результативностью не отличались. Поэтому не в каком-то отдельном игроке у нас проблема, а проблема всей команды в атакующих действиях. Много очень травм мышечного характера у нас на сегодняшний момент. Ну и часть футбола, часть жизни команды. И, ну что на это жаловаться? Есть другие игроки, которые будут должны выйти и так же играть. Они должны играть ради своего имиджа, клуба и так далее. Работать, помогать. Наоборот, вот Янбаев давно не играл, вышел с Амкаром и, на мой взгляд, провел хороший, блестящий матч, молодец. ЦСКА очень хорошо играла, команда, особенно первый тайм. И исключение, может быть, это последние минуты, где они пропустили гол, а так это был очень хороший матч Лиги чемпионов. Серьезный футбол был, и я думаю, что он доставил удовольствие всем болельщикам, которые были на стадионе, независимо от того, что они сыграли в ничью. В ЦСКА все продумано. Продумано до мелочей. Поэтому у них циклы, которые есть между Лигой чемпионов и календаря российского, они очень хорошо выстроены. Ну, какой период? 4 на 5. 4 дня и на 5-й день играют. Поэтому у них календарь в этом плане идеально составлен. Раньше побеждал больше Локомотив. Сегодняшняя история. Сегодня больше побеждает ЦСКА. Но раз вы статистику считаете, приблизительно равные показатели, ну, я думаю, равная игра будет. Самое главное для наших болельщиков, что у нас такие достаточно сложный период наш. Нам нужна поддержка. Я знаю, что они в сложный период всегда объединяются, и команду всегда поддерживали болельщики «Локомотива».